Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые слушатели Директ Академии. Ну вот и настал тот день, когда я могу провозгласить последний в этом календарном году вебинар, предновогодний вебинар, и поэтому я со спокойной душой поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я надеюсь, что у многих у вас налиты бокалы уже. Но, тем не менее, я хочу последний раз настроить вас в этом году на более-менее серьезный лад. Давайте посвятим последний час в Директ Академии в этом году последний час, вебинару. А сегодня у нас вебинар проводит Любовь Вениаминовна Крашенинникова. Я все-таки позволю себе процитировать тот текст, который дал в самом начале нашего чата. В самом начале нашего чата 4 полезные ссылки. Они теперь полезные уже будут, наверное, в новом году, но тем не менее я вам их рекомендую. Первая ссылка ведет на главную страницу нашего сайта DirectAcademia.ru, на страницу расписания. И по этой ссылке вы можете зарегистрироваться на все мероприятия до конца нашего учебного года, до конца июня 2019 года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором, я надеюсь, уже к вечеру сегодня будет размещена в том числе и запись нашего сегодняшнего вебинара. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов нашего сайта. На этой странице вы можете познакомиться с предложением онлайн-обучения от Директ Академии. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, на которой вы сможете приобрести сертификат, в том числе и за посещение сегодняшнего, за участие в сегодняшнем вебинаре. Ну и давайте я вам проанонсирую, как всегда, проанонсирую 3 следующих вебинара, которые состоятся уже после новогодних праздников. Одну минутку, сейчас я скопирую ссылки в чат. Вот эти вебинары. Первые 2 дня беру на себя я. 9 января уже 2019 года. Пройдет вебинар «Университетская библиотека онлайн. Новые идеи для нового семестра». 10 января мой вебинар, который называется «Медийная грамотность в библиотеке, аудитории, офисе» или «Что мне делать с этими файлами». Это такой вебинар, заявка на будущий курс. Я хотел бы, чтобы его посетили те, кто не вполне уверен в том контенте, который на его компьютере, не знает, что делать с некоторыми форматами файлов, борется с зоопарком решений, которые есть на его компьютере, контентных решений. Вот у кого есть такие вопросы, милости прошу на мой вебинар 10 числа. Ну и 11 января Татьяна Телегина, наша постоянная ведущая, проведет вебинар «Поиск информации, ресурсы, сервисы, алгоритмы и пошаговые инструкции для быстрого поиска в условиях ограниченности времени». Все, коллеги, давайте настраиваться на вебинар, а я передаю слово Любови Крашенинниковой для проведения сегодняшнего мероприятия. Любовь, прошу. Добрый день. Как слышно меня, коллеги? Как слышно? Будьте добры, как всегда, просим вас. Отлично. Все пишут крестики, некоторые 2, некоторые 3. Полагаю, это в определенной мере отражает ваш энтузиазм по поводу сегодняшнего вебинара. Спасибо большое. Я поняла, что могу спокойно дальше продвигаться по плану мероприятий. Итак, сегодня мы с вами займемся навигированием по образовательным ресурсам интернета.
Мы занимались этим 3 декабря достаточно успешно. Было очень интересно, на мой взгляд. Я сама очередной раз поразилась тому, как интересно навигировать по интернету. Речь тогда шла об иноязычном, естественно, это англоязычный интернет. Вот сегодня продолжение того вебинара, который был 3 декабря. Сегодня мы с вами вновь займемся навигированием по просторам интернета, но уже будем перемещаться между порталами русскоязычными. Вот, еще в плане продолжения, минуточку, я ускакала немножко рано, в плане продолжения вебинара, который был 3 декабря, я там усиленно рекомендовала определенные курсы, которые есть на иноязычных образовательных порталах, на глобальных, прежде всего, образовательных порталах. И речь там шла о, естественно, Курсере, но еще и о британском образовательном очень интересном портале FutureLearn и OpenLearn. Вот. И что на FutureLearn, что на OpenLearn, там есть замечательный курс, который называется «Цифровое детство», «Childhood in a Digital Age». И там разбираются, собственно, все вопросы влияния технологий на развитие детей. Вот то, что нас всех на самом деле интересует, потому что это влияет и на нашу деятельность как родителей, как образователей, вообще на нашу жизнь, вот это понимание, на наше отношение к технологиям, к их использованию. Вот. То есть это очень важный такой широкий аспект нашей действительности. И я его сильно рекомендовала, этот курс. И я очень рада, как бы вас, могу вас обрадовать. Хорошая новость. Мы этот курс подготовили сейчас к освоению на русском языке, то есть на базе этого курса мы сделали курс, который тоже называется, схожим образом «Цифры и дети. Возможности и риски». И вы видите перед собой ссылку, по которой можно зайти, ознакомиться с контентом этого курса. Мы готовы предоставить также, я имею в виду вот организатор этого портала, этого проекта, то есть проект заключает, суть этого проекта в том, что мы будем делать контент, содержание глобальных порталов, доступным для русскоязычного педагогического сообщества, для русскоязычных образователей. Нам это, мне это давно безумно интересно, поэтому я рада такой возможности. Вот мы сделали специально такой вот портал, который называется «Лаборатория интерактивного образования и педагогического дизайна». И первый курс, которым там вот мы размещаем, это «Цифры и дети». Вот, поэтому заходите, смотрите, читайте. Ну, это сделали мы в соответствии с принципами, которые сейчас уже общеприняты. Сам контент бесплатен, но если вы захотите получить сертификат, за это придется немножко заплатить. Вот. Как это сейчас делается? Ну, в любом случае, это очень интересно. Сейчас там вывешен контент, который бесплатен. Можете посмотреть, ознакомиться, о чем пойдет дальше в этом курсе речь вообще, и что там можно будет прочитать дальше. Вот. А сейчас мы продолжим уже наше замечательное путешествие по интернету. Вот, и снова зададимся вопросом, как, собственно, интернет квантовать. Мы рассматривали этот вопрос на предыдущем вебинаре. Вот, и там я объясняла, что я в качестве кванта интернета для собственной навигации выбрала образовательный портал. То есть комплекс сайтов, который позволяет осуществлять сразу несколько функций, и функции таких образовательных, хоть там можно вести учебный процесс, можно коммуницировать, можно предоставлять обратную связь, можно, значит, заниматься методической работой, вот, да, контроль можно осуществлять. То есть это такой очень мощный, очень полезный, такой очень крупный кластер в интернете. Вот. И эти порталы, как бы, легко, ну, легко не совсем, но, может быть, просто легче на базе вот такого кванта уже наш интернет как-то зонировать и как-то между этими зонами перемещаться. Поскольку сегодня речь пойдет о русскоязычном интернете, то давайте рассмотрим, что у нас, собственно, есть в Рунете, где можем искать и найти, где можем найти образовательные ресурсы. У нас уже реализовано, на самом деле, за последние 15 лет, реализовано достаточно много серьезных проектов, да, развитие единой образовательной информационной среды, это проект начала нового века, проект «Электронная Россия», «Университеты России». Уже тогда был создан целый комплекс информационно-образовательных порталов, которым сейчас, в общем, как-то уделяется не очень много внимания, потому что, как правило, все эти, как правило, эти порталы, они ориентированы на технологии Web1.
Что такое веб-1 и веб-2, их отличие от веб-2 мы говорили на предыдущем вебинаре. Веб-1 – это, как правило, технология, рассчитанная на очень медленный интернет. И этот, скорость работы интернета и возможный объем трафика веб-1 не позволяют осуществлять коммуникации такого сетевого типа, что позволяет делать технологии веб-2. Вот эти вот замечательные порталы, где очень много лежит на самом деле контента, так сказать, потенциально, так сказать, очень полезного и хорошего, если уметь с ним работать. Вот, они были созданы еще вот в начале этого века. Ну, наверное, не стоит долго говорить о национальном проекте, да, приоритетном современная цифровая образовательная среда, в рамках которого тоже очень много делается полезного, но тут больше, по-моему, вот мое ощущение, упор больше на подготовку, собственно, самого контента, подготовку этого контента и подготовку онлайн-образователей. Вот, по крайней мере, у нас есть минимум 10 центров компетенции, где развивается компетенция, именно где готовят онлайн-преподавателей. Вот как они это делают в условиях отсутствия профессионального стандарта, для меня загадка. Я не являюсь сама приверженницей таких стандартов, но постоянно сталкиваюсь с тем, что, так сказать, очень трудно общаться как с человеком, который проходил подготовку в другом центре компетенции, там его чему-то научили, и приходится долго разбираться, как соотносится то, что постиг ты, с тем, что постигли эти люди, при всем уважении к этому приоритетному проекту, людям, которые сейчас обучаются на онлайн-преподавателей. Вот, значит, таким образом, порталов у нас таких образовательных в Рунете мощных много, и как-то их хочется классифицировать, как бы разделять их тоже можно по-разному. Ну, вот мы сегодня будем с вами как-то навигировать по этому пространству, и хотелось бы, так сказать, понять, по какому принципу мы этот маршрут прокладываем. Вот можно эти порталы как рассмотреть? Например, часть из них горизонтальные, они объединяют всю сферу образования, часто в масштабах страны, например, федеральный портал «Российское образование» звучит, да, вот, есть вертикальные, это профильные и специализированные, они объединяют узлы интернет по отдельным темам, например, естественно, научный образовательный портал или портал «Юридическая Россия», мы их посмотрим еще, вот, а есть корпоративные порталы, то есть порталы корпораций, их мы тоже раз. А есть порталы вузов и других образовательных организаций. Тоже очень интересно. Вот. Поэтому так можно классифицировать. Можно по происхождению. Государственные, частные. Вот. Ну, это на самом деле, извините, что я вас как бы вот в это погружаю, но это, наверное, важно для того, чтобы навигировать, сразу знать, куда тебе двигаться, допустим, онлайн-ресурсами образовательными, которые, ну, например, горячие, допустим, за курсом по интернету вещей, вы куда пойдете? Ну, скорее всего, вы пойдете либо на портал вуза, который этим занимается, там, физтеха или что-то еще, либо политеха питерского, вот. А за, так сказать, за курсом, допустим, если вам нужно изучить основу ботаники, то, наверное, вы пойдете на национальную платформу открытого образования. Вот для чего я, собственно, всю эту классификацию сейчас провожу, это для того, чтобы не потому, что мне хочется, а потому что такого рода классификация дает уже правильные ориентиры. Вот. То есть можно, значит, разделять порталы по происхождению, государственные, частные, по целям, коммерческие, некоммерческие, мы сегодня посмотрим эти те, по публичности, публичные, частные, то есть частные, закрытые, да, по задачам, это могут быть библиотечные порталы, это могут быть порталы для программистов и так далее. То есть можно очень по-разному подходить, значит, к классификации таких вот узлов интернета. Вот. Сегодня чем мы будем заниматься? Вот на прошлом вебинаре мы с вами занимались вот этой частью. Ой, простите. Так, тут где-то есть вот маркер, вот он. Вот этой частью. То есть мы рассматривали не Рунет. Сегодня рассмотрим Рунет. Здесь мы уже не будем делить веб-1 и веб-2, будем рассматривать все подряд. Вот. В том числе рассмотрим русскоязычные порталы не Рунета, все-таки я скажу о них еще пару слов. Государственные, ресурсы вузов и ресурсы корпораций. Так, и частные еще будем. Частные прихватывают. Кстати, частный очень интересный портал.
Итак, русскоязычные курсы, русскоязычные ресурсы в иноязычном интернете. Я уже упоминала об этом, о том, что такие есть на предыдущем портале. На самом деле на иноязычных порталах мощных достаточно много наших. Я имею в виду русско, значит, много курсов, в частности, МУКов от наших университетов. Вот. Но по теме образования там существенно меньше. Надо сказать, что вообще наших педагогов, вот сколько я читала работ, я видела только ссылки на Выгодского. Больше почему-то ни на кого из наших педагогов не ссылаются. Я, правда, может быть, мало читала. Вот. Но то, что я говорю о том, что я видела. Так вот, по теме образования русскоязычных курсов очень мало. Один из них от научные тексты учимся писать на русском, это от МИФИ, по-моему. Вот. И второй курс – это Blended Learning, Personalizing Education to Students. Да? То есть это, значит, Blended Learning – смешанное обучение. Этот курс, он изначально был на английском. Его перевели, наши перевели. Перевели, кстати, методом краудсорсинга. Значит, волонтеры переводили этот курс, и потому что он очень и очень полезный. Смешанное обучение – это столбовой путь развития нашего образования. Несомненно, это я цитирую Ярослава Кузьминова, ректора Высшей школы экономики. Вот. И очень важно эти модели знать и знать, как их внедрять. Вот этот курс, он еще замечателен тем, вот этот, что здесь рассматриваются не просто как бы вот модели, да, вот есть такие модели. Это традиционно для российской науки. Вот, мы вот это рассмотрели, ай, какие мы молодцы. Для европейской, вообще западной науки, более характерно, просмотрев что-то с точки зрения науки, потом задаться вопросом. Вот so what? Да? Мои коллеги-научные журналисты переводят этот вопрос, и чё? Журналисты, они могут себе это позволить. То есть, и что делают, и что в результате, что в своем остатке? То есть, там, значит, делаются определенные выводы, более того, на основании этих выводов даются рекомендации. Так вот, в этом курсе даются четкие рекомендации относительно того, как внедрять модели смешанного обучения в наше образование, в школы, в учебные центры, вот, какие вопросы себе при этом задавать, на какие аспекты обращать внимание. Вот, то есть, замечательно это все разбирается, то есть, ничего более, вот из-за его практической важности этот курс был так высоко оценен, его перевели, и я его на самом деле, и не только я, студентам с удовольствием, с интересом все это рассказывала. Итак, образовательные порталы. Образовательные порталы, как правило, содержат в своем адресе, значит, как это сказать, часть, которая звучит как edu.ru, да, education.ru. Вот. И при этом государственное образование, российское образование, вот он основной, да, государственный образовательный портал. Что мы там можем найти? Можем найти, естественно, новости, можем найти персоналии, научные результаты, ЕГЭ, ГИА, аналитику разнообразную. Важно то, что там есть единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, единое окно доступа к информационным образовательным ресурсам. Ну, естественно, там нормативно-правовая база, за что отдельное спасибо. Вот. И очень будем надеяться, что она достаточно актуальная, что там вовремя делаются обновления и спецпроекты. Вот. Я не могу сказать, что какие именно спецпроекты на этом окне, на этом портале. Вот. Значит, в принципе, идея-то, так сказать, хорошая. То есть давайте соберем вот все вот единое окно, и оттуда можно будет ходить везде. Но вообще я не сторонница подобного рода идей. Получается, это, если вы куда что-то слишком много всего собираете где-то, то потом у вас проблема. Как вот, интернет типичная штука. Все есть, да, но как вот добраться до того, что именно нужно, далеко не всегда понятно. Вот. И работает оно не всегда четко. Вот. Поэтому надо вот это иметь в виду, когда вы, значит, собираетесь воспользоваться, прийти на этот портал и что-то там найти. Вот. Ну и сайт тоже вот такой вот очень такой наш, да, в нашем стиле, такой пафосный, классический. Вот. И много-много-много мелких всяких там пунктов и подпунктов.
Вот. Это, конечно, хорошо, что он такой подробный. Важно, чтобы он при этом нормально работал, выводил нас куда туда, куда обещал привести. Так, еще один такой центр, который содержит вот эту замечательную в своем названии, в своем адресе, вот эту часть Education.ru, да? Так. Республиканский исследовательский центр, то есть центр экспертизы. Это научно-исследовательский, на самом деле, институт. Экспертиза, аналитика, исследования, разработка и поддержка информационных ресурсов, нормативно-правовая база. Вообще сейчас очень большое внимание уделяется экспертизе. Мне кажется, что вот этот сайт, он на самом деле мог бы стать и имеет все основания для того, чтобы стать вообще основным, по-моему, потому что сейчас, так сказать, после того, как нагенерили, да, огромное количество контента, встает вопрос, даже у нас уже много очень онлайн-курсов, вот, в частности онлайн-курсов, и привлеченных очень много ресурсов. Вопрос, как это все использовать, как поэтому перемещаться, та же навигация по этим ресурсам, и главное, как оценить качество. Вот, и начинаются бои, вот сейчас ведутся за те или иные критерии, какие применять и как процедурно все это оформлять. Появился новый термин общественно, как это, общественно-профессиональная экспертиза. Вот. И та ассоциация, профессиональная межрегиональная тьюторская ассоциация, они получили президентский грант под разработку модели профессионально-общественной экспертизы. Мне кажется, это очень здорово, потому что эта ассоциация профессиональная, она очень много сделала для того, чтобы значит, проводить разработку критерий, все процедуры, очень все абсолютно так логично и серьезно. Глубоко для экспертизы собственных практик, является ли данная практика тьюторской или это практика индивидуализации. То есть очень большой опыт накоплен. Ассоциации это уже больше 10 лет, и все эти 10 лет ведется вот эта работа. И на самом деле я являюсь региональным экспертом тьюторской ассоциации, и я участвую в проведении этой экспертизы, я еще являюсь экспертом на конкурсе at Crunch Award. Вот, и я понимаю важность этого всего. То хорошо, что у нас есть такой даже научно-исследовательский институт, который одновременно республиканский исследовательский центр, научно-консультационный по экспертизе. Вот, будем надеяться, что он выполнит свою функцию, и мы действительно получим в руки такой серьезный инструмент для того, чтобы оценивать качество, в частности, наших образовательных ресурсов, практики, ведения педагогической, тьюторской, в том числе, деятельности. Вот, хотелось бы на это надеяться. Так. Портал поддержки единого государственного экзамена. Вот я на самом деле в этот портал не заходила никогда, потому что единственный мой опыт общения с ЕГЭ, вернее, два у меня было опыта общения с ЕГЭ. Первый раз я попыталась решить, значит, задание ЕГЭ по русскому языку для 10 класса, русскому языку, и второй раз я попыталась решить задание ЕГЭ по биологии, по генетике. Я уж не помню, по биологии для 10 класса. Вот, будучи кандидатом биологических наук, я получила 47 баллов по ЕГЭ. Вот тогда такие у нас задания ЕГЭ, пришла в ужас и поняла, что мне надо над собой работать дальше. Вот. Русский язык я тоже с трудом, на самом деле. Я поняла, что почему экзамен сдача ЕГЭ длится 3 часа. Вот. Задание было очень серьезное, поэтому на самом деле на этом портале что важно? Там есть банки, значит, готовых пробных заданий, да, вот, расписать демо-версии, всякие архивы, вот архив заданий ЕГЭ, вот то, что надо ходить и пробовать, и тренироваться. Вот это мне очень нравится. То есть это, на самом деле, тоже очень полезный ресурс. Естественно, научный образовательный портал. Ну, вот выглядит он вот таким вот несколько странноватым образом, да, там как бы вот такие в виде такой сложной молекулы, атомы, которые являются физикой, химией, математикой, биологией. Вот, тоже вот такое, в состав адреса входит вот, еду.ру, то есть образовательный портал. Единое окно доступа, то есть часть портала «Российское образование», естественно, ресурсы и ссылки на ресурсы по естественно-научным дисциплинам.
Вот. Сама вот эта задумка, конечно, она очень мощная, когда у нас несколько такой вот глобальный портал, внутри тоже какие-то такие кластеры по разным дисциплинам. Главное, чтобы все это хорошо задумано, оно должно быть таким трехмерным. Но работает, главное, чтобы оно работало, что не всегда можно сказать, что оно замечательно работает. Теперь вот вертикальные, да, это были горизонтальные, вернее, смотрите, у нас были часть порталов, вот, вот, единый госэкзамен, центр экспертизы, естественно, российское образование, это горизонтальные порталы. А теперь, а вот, естественно, научные образовательные порталы, это уже вертикальные, то есть внутри этого поля или пространство образовательных порталов, такой вот мощный вертикальный, где столб, как бы, да, где можно найти по разным уровням материалы в области, естественно, научных дисциплин. Вот, пожалуйста, такой же вертикальный портал «Экономика, социология, менеджмент», федеральный образовательный портал. Информационные учебные материалы по всем областям, это областям экономики, социологии, менеджмента, ну, также по философии, муниципальному государственному управлению. Вот философия, видимо, это философия здесь, скорее всего, которая все-таки относится больше к управлению, вот, что на самом деле очень полезно. Так, юридическая Россия, пожалуйста, законодательство. Значит, мониторинг правоприменения, это спецпроект. Согласитесь, это, так сказать, потенциально выглядит как очень такая полезная, серьезная штука. Вот, но опять же, здесь очень, смотрите, много, все в виде текста, да, это все очень, ну, представьте себе, что вам нужно найти здесь что-то, и вот вы долго, упорно ползаете по этим бесконечным строчкам. Вот, как-то эта логистика здесь такая унылая, я бы сказала, тяжелая логистика по этому порталу. Вот, вот это касается всех наших государственных порталов, которые с ЕДУРУ. Там она не очень клиентоцентрированная, то есть мало думали о том, насколько легко, уж тем более приятно будет пользователям этого портала по нему ходить. Вот замечательный портал. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Казалось бы, всем нам вот туда, всем и дорога. Но должна сказать, что я им ни разу еще не пользовалась. Надо будет, на самом деле, восполнить этот пробел, хотя бы для себя лично посмотреть, какие там есть интернет-ресурсы для основного, общего, среднего, полного образования. Вот, опять же, там единое окно доступа и пособие по работе с единым окном доступа к образовательным ресурсам. Вот, какие-то инструкции есть. То есть, наверное, имеет смысл поэтому побродить, посмотреть. Но времени, конечно, у нас у всех очень мало. Вот, но если речь идет о том, чтобы посмотреть, а есть ли такие практики аналогичные, да, кто-то где-то использует ту или иную технологию образования, то, наверное, имеет смысл идти сюда. А это бывает очень серьезно. Например, я только что подготовила заявку на грант от фонда Потанина. Фонд Потанина – это грант под разработку новой магистерской программы. Магистерская программа называется «Тьюторство в цифровой образовательной среде». И там был вопрос, существует, то есть в рамках заявки нужно было подготовить такой небольшой текст относительно того, существуют ли подобные практики подготовки тьюторов для цифровой образовательной среды в России и у нас. Вот, и поскольку и тут как раз вот мне была бы дорога на такие порталы наши, российские, в том числе, где можно было бы посмотреть, а что, собственно, описано, какие практики, какие технологии, как применяются, как рекомендуют их применять. Так, Федеральный институт педагогических измерений. Снова вот эта часть, ЕДУРУ. Вот. Здесь очень много аналитики, методических материалов. Радует то, что здесь приводятся данные исследования, демо-версия, опять же, ЕГЭ. Да, то есть можно самим потренироваться, понять, почувствовать на себе, как кого это сдавать. Сейчас, секундочку. Открытый банк заданий ЕГЭ проводится, вебинары и семинары. Вот. Видно, что тут достаточно много. Я, честно говоря, пока не смотрела этот портал. Может быть, я здесь не права.
Потому что педагогические измерения, как встает вопрос о качестве, да, об эффективности, тут же выходит на первый план вопрос, а что мерить? И тут ломается бесчисленное количество копий. Вот. И в Высшей школе экономики там же есть специальный, я правда не знаю, институт, по-моему, сейчас он называется, который такой центр, да, который бюллетени выдают периодически интересные, полезные. Вот. Тоже, что касается педагогических измерений. Полезная штука. Просто даже посмотреть, какие практики есть. А вот наш, можно сказать, родной отец. Это Рособрнадзор. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. У них, правда, нет этой частицы ЕДУРУ. Тут как бы сразу это практика, это как бы один из сайтов, относящихся к порталу нашему правительственному. Вот. Тем не менее, здесь административные регламенты, обсуждение проектов, документов, государственные услуги, функции. Вот, честно говоря, я даже боюсь ходить на такие порталы. Вот, но, наверное, тоже имеет смысл ознакомиться, потому что важно знать, с кем ты имеешь дело. Хотя, конечно, я как учитель, вернее, я еще не сталкивалась с Рособрнадзором, но, возможно, столкнусь достаточно скоро, потому что речь пойдет об аккредитации некоторых программ, и тогда мы с этим столкнемся всерьез. Я имею в виду наша тьюторская группа в МГПУ, Вот как раз для таких очень полезно сходить на эти порталы, когда вам перед вами где-то там в ближайшем будущем маячит. Вот. Готовя эту презентацию, я столкнулась с тем, что жизнь меняется быстро. И на самом деле была моя презентация немножко иной, когда я готовила эту презентацию. А я подготовила целое руководство по навигации, я подготовила мне такое руководство, которое так называется «Навигатор по образовательным ресурсам интернета для тьюторов и преподавателей». Вот туда попала, она уже успела устареть, эта книжка, потому что наше Министерство образования и науки распалось на два. И теперь мы имеем два сайта, естественно, два портала: Министерство просвещения Российской Федерации, и Министерство высшего образования и науки. Вот второе. Вот смотрите, вот это новый сайт, да, новый портал. И смотрите, дизайн какой, совершенно другой. Вот сравнить с этим, да, совершенно другой дизайн. То есть здесь уже жизнь не стоит на месте, и наши образователи тоже, тем более руководство, те, кто руководит образованием, тоже потихонечку сдвигается в сторону большей такой клиентоориентированности, в сторону акцента на то, чтобы не только давать ценные указания, не только указания давать, но и вдохновлять, да, ориентация на ценности, на на создание мотивации внутренней, причем вот. То есть вот такой сайт уже современного дизайна с крупным шрифтом, где не нужно ничего, так сказать, выискивать, где не возникает ощущение тоски при виде безумного количества материала, изложенного мелким шрифтом. Вот. То есть будем надеяться, что и работа самого министерства нашего нового будет протекать вот такого вот в современном формате. Вот, Министерство просвещения. Так, извините, это, естественно, не Министерство просвещения, а Министерство науки и высшего образования. Вот немножко я тут ошиблась, извините, пожалуйста. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Вот он. Здесь у нас тоже, правда, шрифта много, картинок мало, но во всяком случае уже речь идет о. Тут уже представлены персоналии. Вот последний здесь. Некое было совещание, где участвовали министр высшего образования и науки Котюков и президент Академии наук. Вот. Но он пока находится в процессе создания, приносит извинения за временные неудобства, но будем надеяться, что этот новый сайт Министерства высшего образования и науки будет соответствовать современным требованиям, к нему будет легко передвигаться.
Проект современный сайт, портал проекта «Современная цифровая образовательная среда». Тут уже нет намека на то, что ни на правительственный портал, ни на портал, как бы горизонтальный портал «Российское образование». Вот. Здесь много чего есть тоже. Тоже много речь идет об экспертизе, например, онлайн-курсов, разработке, использовании экспертизы онлайн-курсов, компетенции в области онлайн-обучения, причем перечислены представлены региональные центры, их 10 по России, если, по-моему, я правильно помню. Вот, современная цифровая образовательная среда. Вот тут вот надо бы почаще нам с вами бывать, чтобы понимать, как развивается этот проект, который касается всех нас. Так, единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам. Вот это единое окно, там действительно много чего есть. Начиная с юридического образования и кончая, естественно, научным. Сколько там всего, то есть по каждой области чего, я сказать не могу. Я этим порталом пользуюсь редко. Хотя у меня впечатление от него такое очень приличное, солидное. Портал работает так, как надо. Такая вот, на самом деле, похожа на библиотечный портал, как у нас электронные библиотеки, на самом деле, работают хорошо. Люди, которые занимаются электронными библиотеками, это люди серьезные, включая, значит, организаторов данной серии вебинаров, да, Direct Media. И вот мой респект тем, кто работает с электронными библиотеками. Вот, поэтому это очень такой солидный, серьезный и приятный, на самом деле, портал. Вот единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Общее образование. Вот этот портал, вот мой личный опыт, работал, так сказать, когда попыталась там действительно искать ресурсы, то не очень... Это работало, куда-то выводило меня, куда-то выбрасывало, где-то что-то работало плохо, где-то не работало вообще, где-то не хватало ресурсов. В общем, как-то так прихрамывает, надо сказать, вот этот портал. Хотя единая коллекция звучит очень серьезно. Ну, как всегда, вот эта гигантомания, давайте все соберем в одну огромную коллекцию. Вот она здесь оборачивается не очень хорошей своей стороной. Есть замечательный, вот мы про государственные порталы мы поговорили. Есть еще один проект, который я нежно люблю, это проект Академии на ТВ-культура. Поскольку это, значит, проект, поскольку ТВ-культура это государственный у нас канал, то проект Академии я тоже отнесла к государственным порталам, вот, образовательным. Хотя, может быть, это и не совсем так. Но это, в общем, сейчас не очень важно. Важно то, что этот портал есть. Он есть давно, ему уже лет, наверное, 6. Я про него говорю очень часто. Портал этот относится к типу Web1, то есть там лежит большое количество образовательных ресурсов, которые можете посмотреть, которые можете даже скачать, если соответствующие сервисы установите у себя на компьютере. Вот. И даже если не скачивать, он бесплатный совершенно. И здесь вы можете действительно очень много узнать. Смотрите, там 425 лекций ведущих российских ученых и инженеров. Извините. Вот. На самые разные темы. Это великолепный совершенно такой спектр тем. Очень здорово. Просто действительно эксперты. От языкознания там Залезняк читает свои любимые, значит, темы, наши медиевисты, наши физики, наши историки науки, наши литературоведы. Вот, есть такие спецпроекты, например, перечитывая Булгакова, там, перечитывая Лермонтова, серия лекций. Вот, культурологи прекрасные, то есть политологи, ну, в общем, там действительно вот 425 лекций, согласитесь, это очень много. Вот, и сами по себе вот эти люди, которых ты видишь, да, когда они читают лекции, это стоит того, чтобы на это посмотреть. Вот это их отношение к тому, что они делают, то, что они делают всю жизнь, да. Это их культура, это стиль общения вот этот. Это, конечно, завораживает, я бы сказала. Когда я впервые для себя открыла этот портал, я, по-моему, 50 лекций просмотрела. Просто постоянно смотрела только это. И после 50-й лекции у меня наступило какое-то насыщение. Вот. И вы можете это видеть и
наслаждаться и использовать для своих учебном процессе. Так, и главное, что теперь, вот я посмотрел, есть транскрипты лекций, понимаете? Вы можете эти лекции, эти транскрипты взять, их с ними работать в офлайне, куда-то включать, да, вот, в том числе использовать и напрямую, как транскрипты лекций, где-то в урочной деле, во внеурочной, или аудиторный там или где-то еще для дополнительного образования, для самых разных вещей. Старшеклассники от преподавателей высшего образования и дополнительного профессионального образования до школьников. Вот. Но, как правило, это старшеклассники. Там для младших классов мало чего. Да, для старшеклассников. Вот возраст начинается со старших классов и до конца. Вот. Часто там есть как бы неожиданный взгляд на предметы демонстрируется. То есть вот эти люди, они, так сказать, могут себе позволить, тут трудно сказать, что результат, а что причина, но понятно, что эти люди часто отличаются такой неожиданным подходом. Например, «Геном как книга», да, лекцию читает Константин Скрябин, две лекции даже там, «Геном как книга». То есть вы смотрите на наш геном не просто как последовательность каких-то бусинок, да, в нити ДНК, а это какое-то архитектурное сооружение или книга, где есть заголовок, где есть введение, где есть, собственно, сам текст, где есть какие-то выводы, где окончание там есть какого-то рассказа, да, рефлексия какая-то там, так сказать, где есть возможность что-то подкорректировать там в этой книге, переиздать можно, который постоянно, на самом деле, ДНК, геном, он постоянно переиздается, возобновляется. То есть вот такой подход, он на самом деле очень продуктивен. И я вот настоятельно рекомендую, допустим, либо сами ролики, либо ссылки на них. Вот я занимаюсь тем, что размещаю ссылки в своих, так сказать, методических материалах, которые я делаю в курсах для студентов. Так сказать, я всегда для каждого своего курса, для каждой группы делаю список полезных ресурсов и всегда включаю туда какую-то ту или иную лекцию из проекта, проекта Академика, Академия НТВ Культура. Так, таким образом, вот мы посмотрели мы государственные образовательные порталы. Что в них, так сказать, сильные стороны и ограничения у них есть? Они все русскоязычные. Это, наверное, хорошо. У них есть дружественный интерфейс, у более современных из них достаточно дружественный интерфейс, там понятно наше, да. Эти порталы взаимосвязаны. Они образуют такую трехмерную структуру, это облегчает навигацию. И там все ресурсы расположены, так сказать, в некой системе, причем каждому ресурсу приписан какой-то тип, там понятно, по каким предметным областям они распределены. Вот, указан уровень образования, под который разработан ресурс, и целевая аудитория. Это, конечно, плюс. И они бесплатные. Вот все, что мы говорили, это все бесплатные ресурсы. Но для того, чтобы работать с нашими порталами русскоязычными, государственными, нужны определенные навыки работы в интернете. Одним из этих навыков является терпение. Вот. То есть надо быть готовым к тому, что вам обещали, что придет ссылка, зайдя по которой вы можете подтвердить свою регистрацию. Эта ссылка не приходит долго, вы ее ищете, да, не в спаме нигде нет. Такое бывает. И эти ресурсы не всегда работают так, как ожидаешь, как ожидает пользователь. То есть, так сказать, вам приходится больше сил прикладывать, чтобы найти тот или иной ресурс на этих порталах, как правило, думает, а куда тебя выкинуло, как потом зайти назад. Вот. То, что касается государственных порталов. Значит, они были у нас и горизонтальные, и вертикальные. А теперь давайте посмотрим на порталы вузов. Значит, порталов, каждый у нас вуз имеет сейчас свой, ну, либо платформу какую-то, либо портал. Система дистанционного образования есть практически у всех. Я взяла только некоторые. Ну, например, вот лекторий МФТИ, потому что МФТИ это, так сказать, вуз, относительно которого у нас нет никаких сомнений в качестве образовательного контента и их ресурсов, которые они создают и которые они предлагают. В свое время, значит, студенты-выпускники МФТИ задались целью сохранить для грядущих поколений лекции самых лучших преподавателей. Самые лучшие лекции самых лучших преподавателей. Вот это на самом деле такой очень правильный посыл. Если помните, на предыдущем вебинаре мы обсуждали точно такой же посыл, который, значит,
подвигнул студентов, которые вернее, имели студенты Стэнфордского университета, и тоже создали портал с записью Stanford Online, где лежат в том числе записи лучших преподавателей, записи лекций лучших преподавателей и другие образовательные ресурсы. Так вот, создатели вот этого портала Lectorium ФТИ, они были движимы желанием сохранить творческое наследие ректоров физтеха, вот, и предоставить доступ, свободный доступ к нему пользователю со всего абсолютно мира. Он бесплатный, этот портал. Вот, лучшие лекции лучших преподавателей, вспомним Курсеру, где тоже, она, когда она создавалась, там была миссия предоставить доступ всем, значит, желающим обучаться во всем мире к лучшим курсам, вернее, лучшим лекциям, лучших преподавателей, лучших университетов. Вот здесь вот эта миссия тоже реализована. Вот. Еще был посыл сохранить именно лекции, потому что лекции, они были, есть и остаются, и, скорее всего, останутся очень важным компонентом учебного процесса. Но кроме того, что это компонент учебного процесса, это очень мощный инструмент продвижения вузов и преподавателей на рынке образовательных услуг. Вот мы все знаем, что такое фейнмановские лекции. Почему? Потому что они были в свое время оформлены в виде книги и изданы, и издаются до сих пор. Вот, согласен. Вот я бы, например, в жизни не помню, не узнала и не запомнила бы на всю жизнь, что был такой физик Фейнман. А вот благодаря тому, что есть такие лекции, книги, мы это знаем. Так и здесь. Благодаря лекториуму ФТИ мы лекции на этом портале мы знаем лучших преподавателей ФТИ. Ну, темы, естественно, научные, но не только научно-популярные. Вот спасибо им ФТИ за то, что они, многие из них, лучшие преподаватели особенно, могут относиться к науке без звериной серьезности. Вот, например, там на этом портале лежит запись лекции не только, допустим, маститых академиков в области там, физики, но, например, запись лекции, которую прочел для физтеховцев Григорий Тарасевич, это научный редактор, значит, был научным редактором журнала «Русский репортер», а сейчас это главный редактор журнала «Код Шрёдингера». Если вы его не читаете, то я настоятельно рекомендую тем, кто интересуется наукой, обязательно это читать. Она положена по статусу читать обычные научно-популярные труды. Вот. Там он прочитал лекцию о том тоже, в общем-то, она называлась не совсем так, но была она о том, что к науке следует относиться без звериной серьезности. И вообще наука – это веселое занятие, вот, что подтверждает идеи и деятельность очень многих великих, реально великих деятелей науки. Вот, например, Тимофей Фрисовский, наш великий генетик, он говаривал, что наука – баба веселая. Это цитируется. Вот, и это многие любят цитировать. Вот. Кстати, это цитирует Даниил Гранин в своей книге, которая называется «Зубр». Вот. То есть темы там научные, научно-популярные, курсы бывают, это группы лекций одного автора, коллекции – это наборы разноформатных ресурсов, близких по теме. Вот. Информация о самих лекторах. Вот на самом деле на государственных образовательных порталах не встречается информация о том, кто эти ресурсы создал. Там масса ресурсов, но кто их создал, извините. Вот это такое вот отношение наше, ну, как исторически такое сложившееся такое отношение. Вот. А вот на лекториуме это есть, это ФТИ. Вот. А это на самом деле само по себе очень интересно. Вот. Есть помимо лекций еще коллекции. Коллекции, вот, подождите, по-моему, я уже упомянула. Да, коллекции, набор разноформатных ресурсов, близких по теме. Вот, например, коллекции из демонстрации опытов физических. Согласитесь, не только физические, демонстрации опытов. Вообще, мне очень нравится это направление, потому что оно помогает закрыть серьезную брешь. То есть, в каком отношении? Для того, чтобы детям в школе, допустим, показать какой-то опыт, надо иметь серьезное оборудование, надо соблюдать технику безопасности, да, и надо, кроме всего, поставить этот опыт так, чтобы школьники поняли из этого опыта именно то, что они должны понять. То есть, если дидактически правильно все должно быть выверено, это очень трудно совместить. Вот. Поэтому такая вот и запись демонстрации таких опытов в исполнении лучших преподавателей – это очень серьезная помощь педагогам, особенно школьным, вот, в части
ознакомление учеников, обучающихся с тем, как это реально работает. Вот это можно делать в разной форме, в игровой, но вот коллекция демонстраций на портале Lectorium, она дает возможность выбрать, так сказать, то есть получить доступ так, к таким вот правильно поставленным, выверенным и с дидактической точки зрения, и с научной точки зрения, и с точки зрения безопасности, и как бы в соответствии там, со стандартами, да, значит, образовательными нормами, значит, демонстрации таких вот опытов. И все это бесплатно. То есть вот у нас здесь приведен, собственно, скриншот демонстрации полного внутреннего отражения луча лазера от поверхности вода-воздух. Вот поверхность раздела фаз, и луч от нее полностью отражается. Вся эта демонстрация длится 3 минуты. Вот, все очень четко, все очень правильно. И человек, который это показывает, вот, ну, я не знаю, наверное, мы хотели с Павлом Юрьевичем вам показать, собственно, этот ролик. Вот. Ну, не знаю, у нас уже времени мало, наверное, все-таки не будем. Но я очень рекомендую посмотреть, потому что человек, который занимается демонстрацией этих опытов, он сам по себе очень доброжелательный. Вот сколько бы мне ни говорили, что в онлайн там не дают возможности передать как бы личности лектора или как-то вот такого контакта, на самом деле он прекрасно все передает. Это очень видно. Вот это отношение человека к тому, что он делает, к тому, что он изучает, это очень чувствуется. Вот. Вчера, кстати, хочу сказать комплимент. Вот Татьяна Телегина, которая вчера у вас вела вебинары, которая ведет постоянно, вот несмотря на то, что у нее такой тяжелый, на самом деле, слишком серьезный, ролик загружен. Можно посмотреть, если необходимо. Давайте попробуем, Павел Юрьевич, как мы это сделаем. Давайте, как мы это делаем. Мне кажется, тут нужна какая-то другая вкладка, да? Можно посмотреть. Давайте посмотрим. Ага, вот. Если подойти к человеку и спросить, какие законы оптики вы знаете, скорее всего, он скажет, я знаю законы преломления и отражения. Вот именно эти законы мы сейчас с вами и пронаблюдаем экспериментально. Для этого нам понадобится аквариум, в верхней части которого налита чистая вода, а чуть ниже солевой раствор. В результате у нас есть следующая ситуация. Большой показатель преломления, чуть поменьше и, наконец, маленький показатель преломления воздуха. Вот в этой системе, где у нас есть несколько блоков с разными показателями преломления, мы и будем пропускать лазерный луч. Давайте выключим свет и посмотрим, что же у нас получается. Я пропускаю лазерный луч сквозь среду, где у нас только вода, и у нас наблюдается, что лучик проходит. А теперь давайте я попробую сделать так, чтобы луч упал снизу на границу раздела вода-воздух, то есть из воды на воздух. Что же мы видим? У нас происходит полное внутреннее отражение. То есть лазерный лучик из воды не выходит, а отражается и идет куда-то вглубь. Теперь давайте посмотрим, что будет, если я направлю луч лазера в нижнюю часть, там, где есть солевой раствор. Обращаю внимание, вот я немножечко наклоняю лучик, и у нас происходит преломление на границе раздела. Четкого излома у нас нет, это связано с тем, что граница раздела несколько размыта между солью и чистой водой. И поэтому у нас наблюдается, опять же, такое некоторое размытие, некий плавный переход между одним лучиком и вторым. Кроме того, мы видим, что в солевой части раствора у нас присутствуют маленькие частички, на которых лучик лазера несколько и рассеивается. Итак, давайте посмотрим теперь, что произойдет, если мы опустим луч уже в солевую часть раствора и попробуем посветить на водяную часть. Мы видим, что вот сейчас у нас происходит преломление на границе раздела, а я, когда несколько изменяю угол, мы можем перейти к ситуации, когда у нас наблюдается полное внутреннее отражение. Причем обращаю внимание, что опять же из-за того, что присутствует градиент показателя преломления на границе раздела, у нас не прямолинейное распространение луча с каким-то изломом, а, так сказать, вот плавный изгиб. Вот это вот законы преломления. Мы с вами и наблюдаем, и отражение просто вот на такой системе.
Давайте посмотрим еще раз. Полное внутреннее отражение. Раз. И полное внутреннее отражение. Два. Вот так вот интересно выглядят законы преломления и отражения в средах с разными показателями преломления. Ну вот видите, как замечательно можно о таких скучных вещах, как преломление и отражение, рассказывать и показывать при этом. При этом все работает, все четко видно. То есть очень хорошо, грамотно, очень доброжелательно поставлены вот эти демонстрации. Я очень рекомендую по этому портал по разным причинам, в том числе и поэтому. Значит, еще национальная платформа «Открытое образование». Я это отнесла к порталу. Порталом вузов, ну просто вы знаете, да, что открытое образование – это платформа, созданная ассоциацией, коллаборацией, тут я не знаю какой статус, но ассоциацией 8 вузов, кто-то входит, я думаю, что вы знаете. Вот. И, конечно, это должно быть, по идее, так сказать, нашим основным образовательным порталом для нас, как онлайн-образователей. Вот. Сейчас там 322 курса. Сколько там студентов зарегистрировалось, я сказать не могу. Этой статистики я не нашла. 322 курса от 13 вузов. Важно то, что эти курсы охватывают, собственно, все направления образования, то есть 01.00.00 до 55.00. Конечно, в каждом из этих направлений может быть разное количество курсов. Вот на нашем с вами 44-м, да, образовании педагогические науки 31 курс. Вот, собственно, педагогическое образование, собственно, 8 курсов там есть. Вот, в том числе современные образовательные технологии, новые медиа в классе. Вот это я посмотрела курс, который на самом деле мне наиболее интересен. Новые медиа в классе. Он новый, он, по-моему, второй год там только висит. Значит, разработчик Итуми СИС. Вот, и ожидается, что в результате окончания этого курса вы разовьете навыки организации, по-современному сможете вести образовательный процесс, то есть как и модульность там будет, и многоканальность, вот, и это будет индивидуализировано, то есть... И все этапы, то есть и проектируя этот процесс, и проектируя учебные деятельности, контролируя ее, анализируя, вы все это будете делать с помощью современных технологий. Так, вот теперь давайте, поговорив об образовательных порталах вуза, я понимаю, что у нас много говорим, можно говорить бесконечно много, но время нас поджимает. Образовательные порталы корпорации. Здесь я основываюсь на образовательном портале платформе Stanford. Это образовательный портал от Роснано. Вот. Адрес вы видите. Этот портал ориентирован на то, чтобы предоставить школьникам доступ к самым современным, значит, образовательным ресурсам в области STEM-дисциплин. То есть естественные науки, математика, технологии, инженерное дело. Вот. И привлекать своих подростков к изучению этих дисциплин, к тому, чтобы они сдавали соответствующие ЕГЭ и поступали в соответствующие вузы. Важно что? Что здесь на самом деле на этом портале огромное количество этих ресурсов. И я за них, что называется, поручаюсь, потому что я сотрудничаю с этим порталом уже больше 2 лет. Вот. И здесь есть и вебинары, и модули, то есть какие-то мини-курсы, каталог открытых образовательных цифровых ресурсов, называется «Открытая коллекция». Вот. Сетевые проекты они реализуют, то есть они как бы обучают школьников по всей России каким-то теоретическим концепциям, моделям, а потом они, школьники у себя, да, начинают это на практике проверять. Вот такого рода практическая работа на портале Stanford организует. Stanford поддерживает, значит, проведение такого, согласитесь, практики дистанционной, это еще не полностью нами освоено далеко, да, вот это всегда вызывает такое напряжение. А вот Stanford это умеет делать. У них был замечательный проект, который назывался «Супергидрофобность. Тайна листа лотоса». Сейчас они реализуют такой же сетевой проект в области молекулярной кинетики. Я рекомендую просто зайти и посмотреть, как они это организуют, и поучаствовать в этих проектах, если вы преподаете в школе. Вот. Методические материалы для педагогов. Программы повышения квалификации, то есть очень много. Вот. И, собственно, программы повышения квалификации, они ориентированы на то, чтобы ресурсы Stanford использовали в учебном процессе, такая взаимная
поддержка. А вот ресурс, который называется «Открытая коллекция», там, знаете, там тысячи буквально, вот там и русская, то есть там есть ссылки на русскоязычные ресурсы, на англоязычные ресурсы, на, так сказать, по самым разным объемам ресурсы, то есть я настоятельно рекомендую вот на этот портал заходить и его использовать. Так, дальше. Это порталы корпорации речь шла, а вот есть частные порталы. Частные порталы. Ну вот частные порталы, я, может быть, не принадлежащие как бы одному какому-то частному лицу, какому-то физическому, да, это может быть портал, который принадлежит, может быть, группе лиц. Ну, в частности, но это не государственный портал, не портал вуза. Вот например, про Степикорг, да, который сейчас мы все знаем, вот, я надеюсь. Я, например, не смогла найти информацию о том, кому он принадлежит. Но я думаю, что это совершенно не важно. Почему? Потому что Степик, он благодаря своей такой активности, благодаря активному продвижению, в частности, этот портал является, курсы с этого портала постоянно заявляются на конкурсы TechCrunch Award. Вот. И эксперты в результате, вся когорта экспертов, а там больше, так сказать, там 67 экспертов участвуют в оценивании, вот, изучают эти курсы, в результате получают информацию о том, что есть на портале Степик. Вот таким образом с этим порталом познакомилась и я тоже. Там есть курсы по... Это портал массовых онлайн-курсов. Вот, прошу прощения, если кто-то здесь присутствует, представитель этого портала, я знаю про массовые онлайн-курсы. Я не знаю, есть ли там вебинарные так называемые курсы, сколько их. Вот. А в разделе «Общественные науки» больше 20 курсов. Например, мне очень понравилось, как учиться эффективно, законы и лайфхаки в обучении. Вот дана ссылка на этот курс. Он всего-то состоит, там трудозатраты 2 часа. Что там полезно? Там детально разбирается цикл Колба. Да, вот стили научения, конкретный опыт, осмысление, рефлексия, концептуализация, значит, для теоретиков и действия для прагматиков. То есть вот этот цикл Колба, анализируется каждый из этих этапов цикла Колба и даются рекомендации, как где точки роста, допустим, для теоретика, как с теоретиками, как с наблюдателями работать, так, чтобы усилить их сильные стороны и как бы снизить негативный эффект того, что они предпочитают. Но поскольку у меня сейчас есть просто студент-магистрант, типичный наблюдатель, я с благодарностью восприняла вот этот курс на Степике, потому что там были конкретные рекомендации, как работать с наблюдателями. То есть вот, за 2 часа вы... Вебинарной комнаты на Степике нет. Спасибо, Марина Викторовна. Да, ну, они проводят, может быть, на Ютьюбе или где-то еще. Так, кроме Степика, вот известный портал, это Лекториум. Не тот, который Лекториум ФТИ, а тот Лекториум, который питерский, который Якова Сомова. Якова Сомова мы все слышали о нем. Кто не слышал, тот... Просто он часто такой очень публичный человек. Вот. Лекториум. Вот на самом деле из таких порталов русскоязычных мне больше всего нравится Лекториум. Я с ним давно познакомилась. Я начала обучаться на курсе, который называется «Гениальность, одаренность, посредственность». Это было, по-моему, уже 4 года назад. Я один из первых. Вот первый мой заход на русскоязычные курсы вот был на Лекториум. И этот курс конкретно был от Томского госуниверситета, и мне он очень понравился сам по себе курс, но тогда просто административная поддержка была организована в очень таком советском варианте, и я, честно говоря, через нее пробиться не смогла. Вот. Но сейчас, зайдя на Лекториум, я увидела, что это очень современный портал, там дизайн очень современный, и навигация по нему очень легкая и понятная. Вот. И курсы сами по теме очень такие современные, и там и с юмором, и что хотите, там с этим все в порядке. Вот. Просто сама тематика, вот смотрите, история технологии выживания, да? Технологии пластического грима до небесной механики, то есть очень широко представлены вот разные области знаний, не только знаний, не только для образования нужные вещи, но и для жизни, вот это очень важный показатель. На самом деле на том же Стэнфордском университете, на Стэнфорд онлайн, на портале Стэнфордского университета, я нашла для жизни очень много чего. Например, я там закончила курс, который был посвящен правильному питанию.
Вот. И здесь тоже, на лекториуме тоже, пожалуйста, технология пластического грима. Если у вас есть дети или вы участвуете в такой вот деятельности, может быть, как у нас говорили раньше, художественной самодеятельности, или просто, ну, просто законы, зная законы вот этого пластического грима, вы можете как-то иначе отнестись к собственной внешности, но для онлайн-преподавателей это очень важно. Ну и для преподавателей вообще. Вот. Медиатека есть, которая вообще, я насчитал 58 разделов. 58 разделов, самые вообще мыслимые и немыслимые области знаний. В разделе «Педагогика» на медиатеке больше сотни материалов. Лекции, конференции, курсы лекций. Понимаете? То есть я со своей стороны портал Лекториум очень, значит, рекомендую. Вот, как практик чисто. Так, «Универсариум». «Универсариум». Еще один портал. Это по старый портал, ему уже лет 6. Подожди секундочку, минуту. Так. Ему уже лет 6. Секунду. И я на нем училась тоже. Я закончила там курс, который вели преподаватели МГУ. Он был по предпринимательству, по генерации полезных идей для бизнеса. Вот. Такой очень солидный курс с хорошим качеством видеосъемок, с такой заявкой на высокое качество. Но я считаю, сама, как бы вот эта видеосъемка, ее потом очень трудно трудно корректировать себе контент этого курса, если то, что нужно переснимать, а это дорого. Поэтому. Угу. Так, хорошо. Да, коллеги, уважаемые, я вижу, что появляются вопросы. Я очень прошу вас, пишите вопросы во вкладке «Лучшие вопросы». Я сама всегда пишу там. Да, мне так легче будет отслеживать, а то, не дай бог, что-нибудь я пропущу. Так, давайте скорее, потому что у нас уже кончается. Я хочу скорее подойти к ответам на вопросы. Так, там сейчас на универсариуме 174 курса по 40 темам. Так, в разделе «Педагогика» таких курсов 31, но относится к организации учебного процесса, подготовке преподавателей, в том числе по подготовке преподавателей к ЕГЭ, да, то есть как научить преподавателя готовить школьников к сдаче ЕГЭ. Мне кажется, это на самом деле очень серьезная штука, потому что вот я, когда себе представляю, вот если мне будет поставлена задача кого-то подготовить к ЕГЭ, то для меня это будет очень большой чисто психологический вызов. Потому что здесь надо, так сказать, в профиль компетенции здесь существенно чем не просто научить, а сдача, то есть это разные профили компетенции. Так, дополнительные программы для учеников старших классов, да, то есть как бы вот такой вот достаточно прагматичный набор курсов вот, для школьников. Универсариум, он давно работает на рынке, и у них очень мощное на самом деле сообщество выпускников. Вот у них есть сообщество. Они, правда, не очень знают, как с ним работать, вот, но, тем не менее, там, так сказать, можно попытаться его сформировать. Так, здесь я посмотрела, что курс по тайм-менеджменту, например, мог бы быть полезен. Тренинговая компания Key Solutions, то есть на самом деле тайм-менеджмент это нужно для всех специальностей, для всех направлений подготовки. И поэтому на этот курс имеет смысл обратить внимание. Так, еще интересный курс на «Я режиссер». Это, ой, извините, на «Универсариум». Это «Я режиссер. Интерактивное онлайн-руководство, как сделать свой фильм». Разработчик, между прочим, Дальневосточный федеральный университет. 6 модулей. Вот. 37 лекций. Средняя продолжительность лекции 10 минут. Общие трудозатраты порядка 18 академических часов. Ну, достаточно серьезный такой курс. 6 модулей, 18 академических часов. Но зато там вы вот научитесь реально чему-то, например, вот видеопоэзия, клиповое видео, да, вот. Хотя, на самом деле, если изучать технологии видеосъемки, то это, конечно, к Павлу Юрьевичу надо ходить. Вот. Так, есть еще портал, который называется UniWeb. Он на самом деле молодой, самый молодой из всех порталов, частных порталов, которые я рассматривала. Здесь курсы и программы сосредоточены по самым богатым, что значит богатым, самым благодарным в смысле финансового, в смысле доходности. Темы финансы, менеджмент, маркетинг, реклама, управление проектами, анализ данных. Вот, например, модуль разработка электронных курсов, перевод точного контента в электронный формат. Очень такое заманчивое, да, название, но, к сожалению, это только для очных корпоративных групп от 8 человек. То есть понятно, что
Вот Павел Юрьевич возражает, что по технологии видеосъемки это не к вам. Ну, наверное, возможно. Вот. Юнивеб. Таким образом, да, что у вас, что у нас? В зоне курсов, в зоне РУ курсов не так много. Вот. Но все-таки, смотрите, мы знаем, что вообще в глобальном масштабе 7 тысяч с лишним курсов, 7200 курсов, нет, 200 нет, больше 7 тысяч курсов предлагается в мире. На НПО, например, вернее, если взять, сколько курсов на национальной платформе открытого образования и посмотреть, сколько это будет от долю от курсов, представленных на Курсере, это будет 4%. Немного. Но, тем не менее, есть очень полезные и мощные порталы, например, Стэнфорд. Качество онлайн-курсов у нас растет. У нас есть на степике, я имею в виду, у нас есть такие ресурсы, на которых вы найдете очень качественные курсы. Частично благодаря тому, что разработчики активно работают с глобальными порталами, например, Курсера. Вот. Почему-то с другими они работают с меньшим удовольствием. И есть курсы, порталы, на которых, ну, просто благодаря такому давнишнему присутствию на российско-русскоязычном рынке уже выработался свой стиль, так сказать, свои требования, которые обеспечивают качество. Я бы рекомендовала нашим разработчикам онлайн-курсов участвовать в конкурсе «Открывающий город». Я понимаю, что относиться к ним можно, к этому конкурсу можно по-разному, но это явный способ повышения качества онлайн-курсов. И об этом говорит опыт Степика и опыт Стэнфорда. Вот в этом году и тот, и другой порталы стали лауреатами. То есть курсы с этих порталов стали лауреатами этого курса, этого конкурса. И еще, конечно, наши, считаю, разработчики должны стремиться. Минуточку, сейчас я исключу, секундочку, я фоновую речь тогда сейчас попытаюсь выключить. Секундочку. Извините. Так, то есть размещение, вот работа с глобальными порталами, это очень мощный способ повышения качества. Вот те, кто этим занимается, разработчики курсов, которые это вышка, это ТГУ, это физтех, они в результате разрабатывают и для русскоязычной аудитории, и для русскоязычных порталов очень неплохие курсы. Таким образом, что делать? Что мы делаем? Мои рекомендации. Пишем курсы. Пишем, коллеги, рынок русскоязычных курсов далек от насыщения, слава богу. Мы можем писать курсы сейчас просто немедленно. Причем, пожалуйста, пишите курсы на те темы, которые вам нравятся. Вот это очень важно. Это очень передается через онлайн. Вот. И пишите о том, что вам нравится. Не обязательно совершенно, что этот курс должен быть по теме, которую вы разрабатываете на работе. Это не обязательно совершенно, вообще может быть академическая наука. Вот. Но пишите обязательно о том, что нравится. Будет двойная польза. Участвуйте в конкурсах, заявляйтесь. Да? Обязательно на конкурсы вы получите, чтобы получить обратную связь. Вот. И вообще это очень полезно, потому что требования, значит, к курсом заявляемым, они помогают посмотреть на себя самого, а что, собственно, я делаю. И пишем курсы для глобальных порталов. Пишите для глобальных. Это помогает, это очень мощный, как я сказала, путь развития компетенций, развития навыков работы на в онлайн-образовании и создании онлайн-курсов. Так, коллеги, так. Минуточку. Значит, я закончила такую, то, что я хотела до вас донести, я попыталась. То есть я исчерпала свою повестку дня, и сейчас перехожу к ответам на вопросы. Вот Ирина Александровна спрашивает, какие еще есть конкурсы для дистанционных курсов, и где можно найти информацию о конкурсах? Информацию о конкурсах. Вы знаете, я бы просто посмотрела, погуглите, вы наверняка что-то найдете. На самом деле, надо не только на и о конференциях постоянно приходит информация, и о конкурсах, так, но конкурсов меньше. Конкурсов онлайн-курсов на самом деле у нас очень мало. Мне известен только этот Crunchy World, к сожалению. Так,
Смотрим еще. Вот, значит, 4 курса универсариума пройдены лично у меня. Людмила Васильевна пишет. Я вас поздравляю. Лиха беда начала. Продолжайте, продолжайте обязательно. Учитесь на универсариуме, где-то еще. Но обязательно продолжайте. Чем больше вы пройдете курсов, тем лучше вы будете себя чувствовать вообще как профессионал. В причинах роста числа порталов. Ну, я думаю, что развивается просто наше онлайн-образование. Смотрите, лет 6 назад вообще, так сказать, стоял вопрос, а будет ли у нас дистанционное образование. Тогда только начался вот этот тектонический сдвиг преподавания в онлайн. То есть то, что лекции, вот то, что сейчас вышка, да, озвучила, перевод всех лекций в видеоформат, вот. И в ТГУ та же самая история, по крайней мере, для аспирантов. Вот, значит, это тогда вообще не просматривалось, в это никто не верил. И, конечно, систем дистанционного образования у вузов не было. Зачем тратить на это деньги, если это все, так сказать, этого не будет. Вот. А сейчас просто понятно, что это будет, и что это фактор, влияющий на конкурентоспособность вуза, да, на его финансирование. Поэтому и создаются порталы, которые лихорадочно заполняются тем, чем Бог послал часто. Да? Так, еще вопросы есть? Так, добрый. Так, это вот вопросов маловато. Ну что ж, ага, вот, Марина Викторовна. Марина, добрый день. Так, просят назвать 3 платформы, где бы я рекомендовала размещать свои авторские курсы. Оптимальное сочетание цена-качество платформы техподдержка. Ну, вы знаете, я бы свои русскоязычные, я бы тут тяжело называть, да, потому что обидятся на меня те, кого я не рекомендую. Но я вот вижу, что Лекториум, ну, Степик, наши русскоязычные, и Лекториум, который питерский, который Якова Сомова, Степик и, так сказать, третий, вы имеете в виду русскоязычные, да? Ну, честно говоря, для себя я бы сразу на Курсеру замахнулась. Я не очень понимаю, размещать свой автор оптимальное сочетание цена-качество платформы техподдержка. Вот на самом деле, ага, смотрите, да, чтобы начать размещать на Курсере, вуз, по-моему, должен стать партнером. Да, это стоит денег сейчас. То есть сейчас все это стоит денег. Поэтому давайте попробуем работать. Да, еще есть система дистанционного образования при вузах и, допустим, при муниципалитетах. Вот есть, допустим, такая система дистанционного образования в департаменте образования города Москвы. Это очень мощная система, но, к сожалению, туда мало заходит учителей, на самом деле потребителей, мало, плохо регистрируются. У меня лежит там курс замечательный по медиаграмотности, который мы сделали только вот этим летом. Там за 3 месяца зарегистрировалось очень мало народу. К сожалению, на порталах вузов и порталах муниципалитетов очень слабо поставлен маркетинг, продвижение слабое. А, вот еще есть, вот вебинарные курсы – это «Ракурс». Да. Это компания «Ракурс», к которой тоже отношусь я с большой благодарностью. И вот, потому что я с ними начинала работать, и мы сотрудничали очень плодотворно. Вот. Так. Кстати, на платформе, вот тут вот я ракурс не рассматривала детально, но там ракурс на ракурсе записан. Ракурс на самом деле проводит вебинарные вот эти курсы, и записи этих курсов, вот этих записи этих вебинаров и другие материалы там вполне доступны. И, честно говоря, с точки зрения вот такого комплекса, да, сочетание там затраты, качества, отношения, да, с людьми, которые складываются в процессе работы, да, компания «Ракурс» тоже питерская. Вот я бы ответила на ваш вопрос так, Марина Викторовна, да. Угу. Так. Вот все друг друга. Так, а теперь, коллеги, поскольку у меня есть время, я хочу поздравить вас всех с Новым годом. И сейчас совершенно чудесным образом я превращусь в новогоднюю фею. Да? Вот, вы не верите? Да, вот я сейчас это очень быстро сделаю. Так, вот у меня уже появилась корона, да, вот у меня появилась волшебная палочка. Вот она, замечательная волшебная палочка. И сейчас я дотронусь до экрана, и у вас, у всех присутствующих, чудесным образом
родится масса творческих идей относительно вашего профессионального роста, вашего личностного роста, вашего карьерного роста. Используйте эти творческие идеи для себя, получайте от них пользу и удовольствие. И, конечно, участвуйте в вебинарах, учитесь на онлайн-курсах. Большое, большое всем спасибо, кто здесь был. Большое спасибо организаторам и пожелания здоровья, творческих идей, творческих успехов. Ваша новогодняя фея Любовь Крашенинникова. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим Любовь за... Благодарим Любовь за замечательный вебинар и за то, что она в конце стала феей. Вот у меня была мысль на последний вебинар найти себе одеяние Деда Мороза, но я как-то передумал в последний момент. Вот, ну, Любовь восполнила это действие, да, своим превращением в фею. Ну что ж, друзья, мы с вами завершаем наш календарный год в Директ Академии. У нас было под, наверное, около 170 или 180 вебинаров, 170, наверное, вебинаров в этом календарном году. В будущем будет столько же или даже больше. Я всех вас приглашаю в новом календарном году быть с нами. Приходите. С наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством. Всего доброго. До новых встреч в Директ Академии.